Желание обзавестись своим собственным фермерским хозяйством у Михаила Белхороева появилось давно, а 4 года назад он наконец смог его исполнить. За эти несколько лет число обитателей на его ферме возросло до 150 голов. А совсем недавно были закуплены еще с десяток маленьких телят. 112 беженцев, вот дах тежду, да, не дах, что да. 112 беженцев умерти, царя, шит. В дальнейшем фермер планирует докупить еще 60 голов крупнорогатого скота. Основной акцент делается на реализацию мяса, причем не только на местный рынок, но и за пределы региона. Всего во владении фермера находится 30 гектаров земли. Эта площадь не рассчитана под сбор большого урожая. Поэтому предприятие арендует еще около 170 гектаров, на которых выращивают кукурузу, пшеницу и яровой ячмень. В прошлом году урожай выдался неплохим, делится фермер. Благодаря удачной погоде с каждого гектара удалось собрать 30 центнеров пшеницы и около 2,5 тонн кукурузы. В этом году хотят закрепить результат. Ох, со 20 гектаров, а и не. С 20 гектаров, аж гай, и гектар мог бим, ох. Так, аж гай, и не, то аж гай, и не, 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 и Опытные фермеры понимают, недостаточно просто посадить семена и ждать у моря погоды. В этом деле главное терпение и труд. Чтобы урожай выдался хорошим, нужно постоянно за ним ухаживать. Сели тертирало, ну, 100 килограмм на гектар, что делаешь? Ну, хасаки отдаешь, хан, нитра по мосту, дюох. Полностью завершил подготовку почвы, уже к 20 апреля здесь начнут сажать кукурузу на территории площадью 10 гектаров. Впереди у аграриев еще много работы. В будущем на землях крестьянско-фермерского хозяйства хотят посадить обширный сад, в котором будут расти яблони, груши, сливы и другие фрукты. А уже через пару месяцев здесь планируют закупить около 1000 деревьев грецкого ореха, которые привезут прямиком из Крыма. Михаил Тангиев, Адам Залаков, Новости 24.